Добро пожаловать на канале Бикипа Дон Виктор. Хотел показать видео мои ошибки в том, что мало кормов было у пчел и отводки с прошлого года. Не все, но некоторые погибли, как я и в прошлом видео рассказывал, показывал. Вот так выглядят пчелы, рамки пустые, все до дна. Вот так все пусто, там то же самое. Все вылизано. Хочу эти рамки зачистить. Они-то пустые, им ничего не было. Там немножко плесень есть на одной-две рамки. Это я уберу, а остальные рамки почищу. Их можно будет потом позже летом для отводков употреблять. Вот так выглядит. Причина гибели пчел не варуа. Варуа, я думаю, у меня, как я вижу в других семьях, которые еще крепкие, не проблема варуа мильби была не в этом, а в том, что мало кормов и теплая осень была. До конца ноября еще пчелы летали, последние полеты у них были. И в феврале были морозы сильные, и это им дало, можно сказать, такой последний пик. Вот. На этом все, что хотел вам показать сегодня. До свидания. Оставайтесь все живы и здоровы на моем канале. Весна на пороге. До свидания.